Слава Господу! В нуждах святых мы должны принимать участие. И Церковь Пробуждения да скажет «Аминь». Очень важно в это время, знаете, как бы ни было истории человека, как бы она ни крутилась, но все возвращается на круги свои. И мужья веры, они всегда поступали по вере. Поэтому Бог – воздающий Бог. Аминь. Сегодня такой прекрасный вечер. И я просто в духе услышал, я думаю, что и пастыря, потому что они священники, имеют Турим и Тумим, они чутки к Духу Божьему, потому что сегодня такой вечер, вы знаете, тихое вение. Просто Господь иногда приходит в тихом вении. И он, его Дух такой, знаете, он трости надломленной не преломит, и льня курящего не угасит. И иногда Бог приходит в таком тихом вении. Знаете, это было в Едемском саду, когда Адам и Ева, они были, написано, приходил Господь в прохладе дня. Вот такая атмосфера вечерняя, Господь приходил и что-то им говорил, рассказывал. И это были очень счастливые, благословенные минуты в их судьбе жизни. Я бы хотел сегодня поделиться, моя тема будет иметь название, это год юбилейный. Об этом немножко я хотел поговорить. Итак, пожалуйста, давайте посмотрим первое место Священного Писания. Это книга пророка Исаия, 61 глава, 1 и 3 стихи. Дух Господа Бога на мне. И Дух Господа Бога на мне. Ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что вместо пепла дается украшение, вместо плача – ель радости, вместо унылого духа – славна одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его. Аллилуйя! Вот такое прекрасное сегодня обетование Господь почему-то нам дарит это место. И здесь очень важно, я хочу подчеркнуть, особенно второй стих, проповедовать лето Господне благоприятно. Вы знаете, есть духовные периоды, и было время, когда Бог сказал Ною: Ной, ты знаешь что, отныне и впредь будут те законы, которые не будут меняться. Это периоды лета, зимы, весны и осени. Это Бог утвердил. Вот так, друзья, есть и духовные периоды. Духовные периоды. Апостол Павел, слушай, вот об этом вам, святым, надобно судить духовно. Духовный судит о всем. Поэтому я бы хотел, чтобы немножко мы посмотрели, какие есть периоды. Вы знаете, время зимы. Однажды, на этом мы с вами читаем Евангелие Матфея, Христос сказал: берегитесь, чтобы бегство ваше не случилось зимою или в субботу. Итак, зима, Господь, а при чем здесь зима? Вы знаете, есть такой духовный период зимы. И это мы очень хорошо видим в ту картину, когда Иисус пришел на землю, и Он ходил. Вы знаете, там были законники зимы. Это как закон, ослабленный плотью. Это закон Моисея. Без всякого милосердия побивали человека камнями. Смерть око, зуб за зуб. Смерть царствовала. И люди, законники зимы, готовы побить без всякого милосердия. И знаете, есть такой период, когда встречается зима и весна. Сретение. Встречается. И вот представьте, аудитория тех людей, книжников, фарисеев, которые без всякого милосердия были представители Ветхого Завета. Они говорят: Господь, вот по закону нашему, по закону зимы, по закону Моисея, эту женщину нужно побить камнями. Что ты скажешь? Вы знаете, Иисус посмотрел, какие холодные ледяные сердца. Нету милосердия, нету никакого утешения. Он посмотрел на их сердца и сказал: хорошо, кто из вас без греха? Первый брось в нее камень. Перед ними стояло солнце правды. И когда, вы знаете, это он посмотрел на них, какая реакция у них была? Все они обличаемы чем? Совестью. Обличаемы совестью от младшего до старшего стали уходить. И он обратился к женщине: женщина, я не суждаю тебя, иди и впредь не греши. Вот это период зимы. Пришло время, когда зима закончилась. Наступает период весны. И об этом написано в песне очень хорошая. Вот зима миновала, прошла. Наступило пение.
Горлица, слышим, в нашей стране это период весны, когда, вы знаете, когда все расцветает, когда приходит пробуждение, когда пришел Иоанн Креститель, и слушайте, я глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, потому что за мной идет лето Господне, благоприятно, вы знаете, это прекрасная атмосфера весны, все распускается, все ждет этого драгоценного лета. Приходит момент, когда говорит пророк Иеремия, прошло лето, кончилась жатва, а мы не спасены. Приходит время осени. И вы знаете, апостол Иуда пишет, это деревья осенние. Вы знаете, бесплодные, дважды что? Умершие. Приходит момент, вы знаете, и осени. Но вот самое главное сегодня, друзья, это для нас, это лето. Я бы хотел, чтобы мы еще открыли одно место Священного Писания. Пожалуйста, давайте откроем это послание к Коринфянам апостола Павла и найдем это место, где апостол Павел нам говорит и предупреждает очень важное такое слово, в котором мы с вами живем. Мы с вами читаем место Священного Писания, второе послание к Коринфянам, 6 глава, 1 и 2 стих. «Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не была тщетна, то есть напрасно принята вами». Ибо сказано, во время благопотребное я услышал тебя, и вот день спасения помог тебе. Вот теперь время благопотребное, вот сегодня день спасения. Итак, апостол Павел подчеркивает эту мысль. Итак, лето Господне, благоприятное лето спасения. Поэтому, друзья, вот сегодня об этом лете я бы хотел немножко поговорить. Друзья, когда период Святого Духа, когда Дух Святой был излит на церковь, это начало период лета. Лето спасения, лето благоприятное. Вы знаете, когда мы можем искать Господа, когда Он близко, призывать Его, когда Он рядом. Вы знаете, это прекрасная, чудесная атмосфера, которую нам с вами подарил Господь. Поэтому, друзья, лето прекрасно и благословенно. И было время, когда в народе израильском был год юбилейный. Когда через 50 лет объявлялась амнистия. Когда, вы знаете, священники трубили трубами, и весь люди выходили и говорили, слушайте, это год юбилейный. Это год прощения всех твоих долгов. Это списание всех твоих задолженностей. И поэтому рабы, они выходили на свободу, не спустим руками. И Господа благословляли. Поэтому, друзья, в наше время, я знаю, что этот у нас тоже 7-й год. Это юбилейный год. И давайте просто недалеко, как сегодня пастор, очень мне понравился, знаете, то, что нас направлено, то, что мы видим. Знаете, друзья, мы переходим в период, когда нам исполняется 7 лет. Аминь. Это очень важное время. Я думаю, Бог сокращает это время, поэтому я просто верю, что этот год для церкви пробуждения будет год юбилейный. Аминь. Год юбилейный, когда многие измученные должны выйти на свободу. Когда люди, сидящие во тьме и тени смертной, должны увидеть свет великий. Аминь. Это очень важно, потому что, знаете, наша задача сегодня, как стражник, который был в темнице, который увидел там переполох большой, он взлякался и закричал, дайте свет. Ему был дан свет, и он увидел. Поэтому сегодня люди в этой тьме, они просят света. И как не мы, христиане, которые получили Дух Святой, у которых светильники горят прекрасным огнем пробуждения, мы должны принести людям божественный свет. И весь народ скажет аминь. Вот это необходимо. Поэтому, друзья, я бы хотел, чтобы мы внимательно посмотрели, что оно включает в себя это лето. Итак, возвращаемся к пророку Исаии. Там написано «проповедовать пленным освобождение и узникам открыть темниц и выпустить измученных на свободу». И выпустить измученных на свободу. Друзья, к великому сожалению, как много сотни людей, которые сегодня связаны. Связаны. Они могут петь, они могут говорить, я свободен. Но если бы наши глаза духовно были открыты, мы бы на руках людей увидели цепи, которых дьявол сковал. Человека. И можно улыбаться, и можно, знаете, строить гримасы, и можно все нормально делать, мимики, что я свободный, но невидимо какие-то цепи держат тебя. Я приводил этот пример. Вы знаете, если в чем-то дьявол к нам какой-то доступ имеет, то он дает нам маленькую дистанцию. Для примера, вы знаете, одна дама, американка, она утром выходит с собачкой. И вы знаете, там такой ошейничек и маленький поводок. И вот эта собачка вышла, вы знаете, и она увидела травку, стала бегать, прыгать, и вдруг там белка где-то пробежала. И она побежала за этой белкой,
И пробежала буквально 3 метра и повисла. Почему? Она-то думала, ва, метр пробежала, свобода, 2, 3. А после третьего уже, знаете, поводок закончился, и она повисла. Она повисла, вот так и здесь. Когда, вы знаете, дьявол нас хватает за фука, когда он что-то, какой-то доступ имеет к нам, вы знаете, кажется, свобода и в этом, и в третьем, но когда мы идем на горы преображения, начинается пробуксовка, начинается спадание вниз. И Бог говорит, слушай, вспомни, откуда ты что? Не спал. Кажется, Господь, я иду вперед, а на месте. В чем дело? А потому что тебя уже в чем-то связал сатана. Поэтому этот вечер сегодня у нас освобождение и исцеление. Аминь. Освобождение и исцеление. Поэтому я бы хотел, чтобы вы внимательно, я просто верю, что Господь, Он настроен сегодня на это служение. Это Его служение. Дух Господа Бога на Его. Дух Господа Бога на церкви. И Он говорит, слушайте, вы должны исполнить это служение. И я бы хотел, чтобы мы немножко посмотрели на места Священного Писания, которые нам проливают немножко свет. Давайте посмотрим Галатам, 5 глава, 1 стих. Сегодня уже пастор Питер Нисерук об этом говорил. Апостол Павел советует, стойте в свободе, которую даровал вам Иисус Христос, и не подвергайте себя игу рабства. Итак, стойте в свободе, которую уже даровал вам Иисус Христос. Когда Христос висел на Голгофе, Он сказал, совершилось, Он даровал нам свободу. Поэтому, знаете, спасение, оно нелегкое было. Нам оно кажется легко. Когда мы говорим, послушай, повтори молитву покаяния, прими Господа в сердце. Это так легко, это так просто. Для тебя это просто, но не для Него. Он был оставлен Отцом, чтобы ты никогда не был оставлен. Аминь. Он сошел в преисподние места, чтобы ты никогда туда не сходил. Аминь. Он все сделал. Он чашу мучения и скорби испил до конца, чтобы ты пил чашу благословения. Аллилуйя. Он все сделал. Он заплатил. И поэтому Он даровал нам свободу. Люди сегодня умирают. Миллионы людей ложат свою душу за свободу. Но апостол Павел говорит, к свободе призваны вы, братья. Аминь. Свобода дается от Господа как подарок. Поэтому в это лето Господне благоприятный день спасения, год юбилейный, когда объявляется амнистия. Я ее не заработал, я не заслужил, да, но вы знаете, апостолы имели эту власть. И Господь им сказал, слушайте, кому вы прощите грехи, будет что? Прощено. На ком оставите грехи, на том будет оставлено. Эту власть Бог дал церкви своей. И поэтому очень важно, когда апостолы говорят, слушайте, мы возвещаем вам спасение, мы возвещаем вам прощение грехов ради имени. Поэтому, друзья, вот сегодня для нашего города Сакраменты пришел год юбилейный, Авоотче. Пришел год юбилейный, и поэтому Бог положил власть и дал нам. Поэтому ключи Господа Он сегодня передал церкви. Идите, выпускайте измученных на свободу. Аминь. Вот эту программу сегодня Дух Святой повелевает нам ее исполнить. Аминь. И Он будет с нами во все дни жизни до скончания века. И никакое оружие против нас, которое сделал дьявол, ни ложь, ни клевета, ни обвинение, оно не будет иметь успеха. Потому что с нами будет на нашей стороне Господь. Если Бог за нас, то кто против нас? Воздай славу Господу. Это Он творит. Это Он прекрасный. Это Он благословенный. Поэтому, друзья, мы переходим на новые рубежи, на новые позиции. И поэтому сегодня призываю еще раз припоясаться. Еще раз просто понять, какое ответственное мы время с вами живем. Вы знаете, и это очень плохо, когда Соломон пишет, что беспутный сын, который спит во время что? Жатвы. Во время жатвы спать нельзя, поэтому Бог нам дал время. И, к великому сожалению, многие люди уснули, задремали. И поэтому мы не должны этим заниматься или это делать. Давайте посмотрим, что написано в Священном Писании. Это Евангелие от Матфея, 16 глава, 19 стих. Христос сказал, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Господь дал эту власть. Он дал нам ключи церкви. И поэтому церковь имеет полное право открывать и закрывать. Я понимаю, есть исключения. Кто незаконно подвязается, тот что? Не увенчается успехом. Знаете, некоторые люди сегодня переходят всякие Божьи барьеры, которые говорят, слушайте, мы знаете что? Мы тебя лишаем царства Божия, мы тебя того, ты в ад пойдешь, или так. Вы знаете, слава Богу, что ключи ада и смерти в руках нашего Господа. Аминь. И с Его рук никто не похитит. Аминь.
Это очень важно. Если бы дал нам эту власть, о, мы, наверное, уже ни одного бы отправили по своему же сердцу. Но вы знаете, ключи Царства Небесного Он дал церкви. Это выпускать из мучеств на свободу. И как это работает? Давайте очень быстро посмотрим на места Священного Писания. Христос увидел эту женщину, которая 18 лет была скорчена, и сказал, послушай внимательно, Он сказал очень важные слова. Эту дочь Авраама сковал сатана. В других переводах написано «связал сатана». Итак, Иисус вдавил, ставил правильный духовный диагноз. Эта женщина посещала синагогу. Она приходила, никогда она не пропускала, она все делала. Но вы знаете, она была скорчена. И проблема была не то, что, о, да ты знаешь, это такой, как мы любили списать, да это, ну такая родилась, ну твоя такая судьба, ну что ж, ну как-то уже смирились и так дальше. Но вы знаете, Иисус посмотрел диагноз, слушайте, проблема не в этой женщине, а проблема то, что эту женщину сковал кто? Сатана, или связал сатана. И поэтому Иисус, имеющий власть, Он отпустил ее на свободу. Она выпрямилась и стала здорова. Аминь. Поэтому послушай, может сегодня твой дух, spirit, он сегодня также скорченный. Было время, когда выпрямился ты, когда ходил за Господом. Вы знаете, какие-то вещи делал, творил. Но пришло время, когда дьявол тебя стал нагружать. Послушай, я очень важные вещи говорю от престола благодати. Было время, когда ты был открытый, благословлял всех, любил. Но пришло время, когда тебя стал дьявол нагружать какими-то вещами, неудобными, носимыми бременами. Христос сказал, ибо мое иго благо, и бремя мое какое? Легкое. То, что делает Господь, Он делает хорошее и весьма хорошее. Но что делает дьявол, когда тебя нагружает, когда этого послушал, когда эту информацию получил, и ту, другую, третью, и это неудобно, носимое бремя, оно тебя прижимает. И поэтому, знаете, у тебя сзади вырос большой, большой горб. И твой дух уже скручен. Почему? Ты взял то, что тебе не принадлежит. Аминь. Поэтому, друзья, очень важно. В нашей церкви есть команда пастырей. И просто Господь нам дал это ведение, что как любой человек, который приходит со своей проблемой или с нуждой, говорит, брат, помолись за меня, брат, прими эту вещь на меня. Вы знаете, мы не глупые. Мы не берем это. А хорошо, ну просишь меня, ну я возьму и буду тащить. А зачем оно мне это нужно? Господь мне не поручал это свое слово. Все заботы любого человека возложите на кого? На кого? На Него. Ибо Он печется. Поэтому я беру, сестра, твою проблему, я беру, брат, твою проблему, и вместе с тобою я иду к Голгофскому кресту. И до него я его сворачиваю, оставляю там и ухожу, я снова свободный. Аминь. Он есть муж скорбей. Он изведавший болезни. Он знает, как искушаем помочь. Аминь. Аллилуйя. Но когда я нахватался на себя, о, я буду нести. Вы знаете, мы взялись, я буду молиться из-за этого и поститься за этого. И я взял то груз, неудобно носимый. И я сам себя сделал рабом. И поэтому из года в год я ношу. И оно, вы знаете, прижимает меня. У меня вырос большой груз, большой горб, проблема, который сковал меня. Дьявол говорит, слушай, ты знаешь что? Ты на пьянку не пойдешь, и на блуд ты не пойдешь, и на воровство ты не пойдешь, и на большой криминал ты не пойдешь. Ты же святой человек. Но я тебя поймаю на другом. Ты такой милосердный, ты такой добрячок. Поэтому давай я тебя нагружу. И знаете, приходит сестра, простите, браток, возьми, пожалуйста, эту нужду. Я взял, и эту, и на себя взял. И вы знаете, со временем оно так меня придавило, и дух мой стал не прямой, не превосходный дух, не сильный дух, а вы знаете, скрученный. Почему? Неудобно носимое бремя я взял на себя, и оно у меня убрало. Поэтому наша задача, все заботы, большие или малые, возлагать на кого? На Него. Ибо Он печется о нас. Аминь. Мою долг помочь тебе, сестра и брата, только Голгофе. На Голгофе все оставить и снова уйти, и снова быть free, свободны. К свободе призваны вы, братья. И весь народ скажет аминь. Дунг. Делай так, и ты будешь благословенный. Поэтому, друзья, очень важно. Эту женщину сковал сатана. Апостол Петр однажды посмотрел на одного человека, который был богатый, крутой. Он пришел деньги к апостолам, принес. Но апостол Петр в этот момент имел духовный вижен. Он посмотрел на него и поставил духовный диагноз. И говорит, слушай, я вижу тебя из полного желчи, коварства. И в узах ты чего? Неправды. В узах неправды. Вы знаете, на этого человека были наложены узы неправды. Ему он был связан, поэтому, вы знаете, хотя он был крутой, большие деньги, но он сам нуждался в freedom, он нуждался в свободе. Поэтому, вы знаете, только свободу дает Господь. Аминь. Поэтому, друзья, неважно, богатый человек, крутой человек, много сегодня в этом мире людей, которые связаны
узами неправды. Ты уже врешь и уже думаешь сам, что это правда. Вы знаете, есть люди, которые связаны узами неправды. Господь, начинаю врать и близким, и друзьям, и так дальше. Это уже такое неудобоносимое бремя. Оно меня так сковало, Господь. Я хоть и хочу поклоняться, Господь, хочу славить Тебя. Хочу взойти на гору преображению. А Твое слово говорит, кто может прибывать в жилище Господнем? Кто может быть обитать на Святой Горе? Тот, кто ходит непорочно, делает правду и не клевещет языком, и не говорит человеку ближнему лжи. Такой человек не поколеблется вовек, Господь, у меня этого нету. Поэтому послушай, может, сегодня тебе нужна эта свобода. Аминь. И Дух Святой на этом месте. Сегодня лето Господне благоприятное. Сегодня, послушай, tonight, день спасения. Я просто верю, что Дух Святой здесь. Он говорит своему сердцу, слушай, хватит тебя. Тебе нужно взойти на New Evil. Тебе нужно стать на новые рельсы. Я хочу сегодня выпустить тебя на свободу. Я хочу, чтобы ты был участником великого пробуждения. Не просто играл там молчанки, не просто там стоял и где-то смотрел. Нет, чтобы ты был в передовой, чтобы ты был в первых рядах, чтобы ты что-то делал для Господа, чтобы ты предстал перед Господом не с пустыми руками. Аминь. Этого желает Господь. Аллилуйя. Давайте посмотрим еще одно место Священного Писания. Написано в Библии такое слово. Написано так. «Ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Я хотел немножко подробно прочитать это место Священного Писания. Давайте откроем это второе послание апостола Петра, 2 глава, 19 и 20 стих. Написано так. «Ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Ибо если избегши скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Итак, два слова хочу остановиться. Первое. Опять запутывается. Вторая категория людей побеждается. Итак, послушай внимательно. Сегодня Дух Святой просто говорит моему сердцу, что есть люди, которые просто запутались. Запутались. Кто-то запутал в каком-то криминале, кто-то запутал какие-то, знаете, интимных интриг, кто-то в сплетнах запутался от твоей ноги, просто запутался. Говоришь, Господь, я не знаю, но я повязан, Господь, по колено, возможно, сегодня ушел. Но я не хочу, Господь, быть в этом мире. Это не моя платформа, Господь. Я запачкался, но я хочу выпрыгнуть. Я хочу уйти. Ты только запутался. Ты только запутался. Но Господь говорит, слушайте, я хочу выпустить на свободу. Аминь. Просто Бог хочет тебя вытащить. И Он это делает сильной, крепкой, святой рукой. Поэтому, если ты сегодня запутался в каких-то вещах, и твои ноги сегодня повязли в трясину, в ил, какое-то болото, какую-то нечистоту, ты, возможно, ходил там, где не надо, и Бог этого не хотел, ты запутался. Поэтому Господь сегодня имеет силу, власть через своих служителей сделать нечто. Послушай внимательно. И второе. И другая категория людей, которые уже побеждены им, врагом душ человеческих. Мне больно, но я хочу сказать правду. Вы знаете, в книге Откровения написано, когда дьяволу дано была власть воевать со святыми, и написано, и он победил их. Мне больно, Господь. Это люди, которые ходили, молились, постились. Это наши братья и сестры. Почему? Почему, Господь, на этом сражении дьяволу дано было власть и право победить их? Господи, ты дал нам все оружие, оно сильное. Почему же так? А потому что Бог дал отрезок времени. Бог говорит, я дал ей время, что? Покаяться. Послушай, Он давал тебе время покаяться. Он стучал. Он звал. Вы знаете, Он обкапал тебя. Он стучал. Я просто знаю, как, знаете, и сегодня утром, и сегодня вечером Дух Святой такой нежный, просто приходит. Он так тебя обнимает. И слушай, слушай, не играй в церковь, не играй в прятки. Это же серьезная вещь. Где ты будешь проводить вечность? Или ты умрешь, как безбожник? Или ты будешь вместе со мной? И я утру всякую слезу, я помогу тебе. Вы знаете, Господь просто, вы знаете, ну как это орлица над своими птенцами. Вы знаете, вот так сегодня Дух Святой нежно-нежно обращается к тебе. Если ты запутался, Он хочет тебя развязать, распутать. Но другая, которую человек побежден уже. Если ты видишь, что ты в проблему, в плену, просто, знаете, дай. Я понимаю, тебе тяжело. Говорю, братья, у меня ноги не идут. Меня хоть надо вытащить как-то-то. Просто дай знать. Дай знать. Дай крик. Когда человек тонет, он кричит «Help! Souls!» Он что-то кричит, какой-то знак, признаки жизни, помощи зовет. Поэтому прокричи сегодня. Скажи, братья и сестры, я нуждаюсь. Я чувствую, что я пошел или пошла на дно, но я хочу жизнь. Я хочу идти к Богу.
Просто я верю, что тебя поможет вытащить сюда. И просто Господь будет реализовать свои планы божественные. Аминь. Это дело Дух Святой. Аллилуйя. Поэтому давайте еще посмотрим. Очень одно место Священного Писания. Очень важно. Апостол Павел говорит, 2 Тимофея 2:4. Никакой воин да не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Это уже ближе к нам. Вы знаете, мы с вами воины Иисуса Христа. Аминь. Мы воины. И поэтому апостол Павел говорит, слушай, никакой воин не связывай себя делами житейскими. Связал себя. Вы знаете, мы воины, призваны побеждать, призваны работать. Вы знаете, у нас каждого есть дети, и наши дети, они читают нашу жизнь, как папа и мама поступают. И если мы действительно страны молитвенный пролом, и если мы утром просыпаемся, подобно как Иов, преклоняем колени, просто молимся к Богу, и говорим, Господь благословен, ты скажешь, а мое дитё спит. Ты думаешь, что оно спит, но его ухо открыто. Я был маленький, когда мне было только пять лет, я видел, как мои родители каждый раз в 5 утра, в 5 часов просыпались, был после молитвы, и они молились. И там еще нас разделял две комнаты. Но я слышал молитвы родительские. И знаете, они говорят, да ничего, дети спят. Да не, мы там спим, а наше ухо открыто, мы слышим, о чем они молятся. Вы знаете, они говорят, Господь, если даже нас не будет, пусть наши дети возьмут эстафету. Пусть они понесут. Вы знаете, они являлись письмом для подражания. Поэтому очень важно, друзья, нам быть воинами Иисуса Христа. И когда приходят трудности, переживания, проблемы, не просто быть дезертирами, закрывать двери, уйти куда-нибудь, вы знаете, в келью. Нет, просто стоять за города Бога нашего. Просто показывать уроки веры. Противостоять экономическим и любым ситуациям. Молитва веры. Властью Иисуса Христа. Аминь. Пусть наши дети, они увидят в нас копии Иисуса Христа. Это очень важно. Это очень необходимо. Но если мы это не делаем, вы знаете, им некому подражать. Они беспомощны. И приходит дьявол и просто поражает и приносит проблемы и неустройства. Поэтому никакой воин да не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. В другом переводе мне нравится подробнее информация. Там написано, никакой воин да не связывает себя делами житейскими, потому что воин должен угодить только военачальнику. Вот с этим переводом я согласна. Поэтому у нас военачальник Господь Иисус. Аминь. Поэтому мы должны Ему. Поэтому, друзья, очень важно. Если ты воин сегодня, признаешь, Господь, ты меня призвал, я должен быть в группе прославления, а я должен быть молитвенником, а я просто, Господь, должен здесь чем-то заниматься, быть ашером, ретро-сервис или еще каким-либо служением. Кто-то давал Богу обещание, Господь, а я буду что-то делать для Тебя. Господь, я буду служить и так дальше. Так. Вы дали перед Богом обеды или обетование, или промис. И знаете, и не исполняем, а в чем-то связали себя. Кто-то купил валов, вы знаете, кто-то пошел в какой-то бизнес, кто-то еще каким-то стал вещами заниматься, и мы себя связали. И знаете, мы это чувствуем. Мы работаем, мы это делаем, а на самом деле 100% благословения не получаем. Господь, в чем дело? А потому что мы связали. А потому что, когда Господь однажды постучал и сказал, пойди за мной, я хочу сделать тебя ловцом душ человеческих, я благословлю тебя. И мы так сказали, Господь, I'm ready, я пойду за тобою. И мы сказали, и Бог нас влек узами любви. Но вы знаете, какие-то вещи, какие-то переживания, и мы сами себя связали словами уз. О, я буду этим, я не состоюсь, я не хочу, я буду так. И мы связали, потому Бог не может перешагнуть нашу волю. Он считается нашими словами. И мудрый Соломон сказал, зачем ты связал себя словами уст своих? Поэтому многие люди, они связаны, но я знаю, вы знаете, я просто знаю, что сегодня в этот вечер Дух Святой, как Он говорил тогда, некоторые вещи, развезите этого осленка, он надобен кому? Господу. Я не знаю, почему, вы знаете, Господин привязал к этому дереву, но вы знаете, пришло время, когда Господь сказал, слушайте, развяжите этого осленка, он надобен Господу. Послушай внимательно, пророческое слово. Сегодня может Дух Святой говорить, слушайте, я хочу тебя развязать от пьянки, от разврата, от этого грязного, вонючего интернета. Я хочу тебя развязать от всякой порнографии, куда ты приходишь, смотришь. Это болото, ты кайся, грешишь. Я хочу тебя сегодня развязать. Потому что время амнистии. Потому что сегодня для тебя, не потому что ты крутой и особый, а потому что в город Сакраменто пришло лето Господня. Пришел год юбилейный. Аллилуйя. Пришла милость Господа. И поэтому лето Божие сегодня стучится в твою жизнь. Бог, выпускающий из мучеников на свободу. И Он хочет взять тебя, этого осленка. И, возможно, Он когда-то стоял там, и никто не обращал внимания. Вы знаете, Он когда-то был некрасивый. Вы знаете, и так дальше. То есть не был привлекательный. Не был возле слом первого сорта. Но Иисус сказал, Он надобен мне. Послушай, сегодня ты надобен Господу.
надобен Господу, потому что Бог хочет на тебе или через тебя делать свои благословенные дела. Аминь. Поэтому тебе нужно сегодня развязать. И я просто знаю, что с церкви Бог дал власть, и она развяжет. И некогда тот человек, который был мертвый и лежал там, его связали люди, положили. Но пришло время, когда Христос пришел на дом и сказал: слушайте, я есть Господин воскресения. Развяжите Лазаря, пусть он что? Идет. Аллилуйя. Развяжите Лазаря, пусть он идет. Аллилуйя. Поэтому я не переживаю. Если даже брат, сестра, в твоей семье что-то не состоялось, уже когда-то пахнет разводом, уже все разрушено, развеяно. Господь, потерял любовь, нету отношения, ничего, все развалины, все сухо, Господь, все съедено, Господь Боже, все одни сухие кости, никому не нужно, от них смердит. Это ты так говоришь. Но у Бога есть пророческое слово, и Он скажет: так, как ты сегодня отдал свое сердце мне, так, как ты нуждаешься во мне, послушай, я пошлю свой дух, я пошлю свое пророческое слово и скажу: кости, кости сухие, слушайте слово Господне. И вы знаете, приказ этим костям сухим, и вы знаете, будет движение, аллилуйя, придет движение, вы знаете, они будут сближаться. О, Господь, они далеко же, а кто-то там, рука там, голова там, Господь, далеко. На поле. Это птицы взяли, поклевали, звери растерзали, Господь. Боже, это у человека, но не передо мною. А вот что, если невозможно человеку, возможно Богу. Бог называет несуществующим, как существующим. И весь народ скажет: аминь. Это делает Бог. Халлочи. И будет движение. Послушай, обязательно будет движение. Будет кость до кости сближение. Это не от человека, это от всемогущего Господа. Аллилуйя. Это Бог повелевает. Это вот Дух Святой движет. Это время Господне. Это время благоприятное. Слава Господу. Аллилуйя. Слава Господу. Поэтому, друзья, последнее место Священного Писания, и мы пойдем к молитве. Последнее место Священного Писания. Вы знаете, Иоанн. Иоанн, прекрасный, благословенный ученик, дал такое очень обетование, слово: если Сын Человеческий освободит вас, то истинно будете что? Свободны. И познайте истину, и истина сделает вас свободных. Аллилуйя. Аллилуйя. Я знаю, что помазание Духа Святого на этом месте. Аллилуйя. Господь это слово дал мое сердце, что сегодня лето благоприятное, что сегодня день спасения, что время, когда Бог хочет выпускать измученных на свободу. Послушай внимательно. Ты говоришь: Господь, но за меня уже молились много раз. Вы знаете, неважно. Бог, Он есть испытывающий сердца и внутренности. Почему-то, знаете, написано, всегда должно молиться и не унывать. Я часто думаю: Господь, почему, как это понять на практике? Дух Святой мне сказал: знаешь, когда ты молишься, ты должен верить в молитву. Даже если с первого раза это не сделалось, оно будет с другого раза. Апостолу Павлу было дано жало в плоть. Он первый раз помолился, сказал: Господь, я не понимаю, почему, за что, за какие мои беззакония, за что, Господь, в моей жизни? Первый раз помолился и не получил ответ: nothing. Второй раз помолился. Вы знаете: Господь, what happened? Что случилось? Give me answer. Не было ответа. И только на третий раз он воззвал к Богу. И Господь сказал: слушай, ты не переживай. Тебе ограничения. Чтобы ты не превозносился сверх естественных Божьих откровений, вот тебе жало в плоть. Христос трижды молился: Отец, если возможно, доминуть вся чаша мимо меня, впрочем, не как я, но как ты хочешь. Или я, человек Божий, который был подобный нам, и 7 раз послал отрок, и слушай, пойди посмотри, есть ли там что-нибудь с моря. И только на 7-й раз он говорит: я вижу облако в ладонь человеческую. Господи, почему так? Всегда должно молиться и не унывать в Божьем ответе. Если и замедлит, он придет. Непременно сбудется. Аминь. Поэтому, друзья, это время. Время, когда мы будем искать Господа. Когда мы будем обращаться. И вот сегодня Неману тому было сказано: 7 раз окунись. Богу нужна полнота. Мутвей сегодня окунался 5-6 раз. А сегодня, почему-то Господь сказал: сегодня лето благоприятное. Сегодня день спасения. Аллилуйя. Божий меч сильный. Разрубать. И выпустит тебя на свободу. И то, что ты сегодня Гедеон или какой-то человек, где-то втихаря выколачиваешь пшеницу, Боже, слушай, я хочу тебя поднять. Пришло время твоих молитв. Они пришли на память перед лицом Господа. Я хочу, чтобы меч Гедеона стал мечом Господа. Аминь.
меч Гедеона стал мечом Господа. Аллилуйя. Это великую работу делает Бог, поэтому Он изменяет тебя. Вот не важно, какое твое имя, Иаков имя, или вы знаете, Савл, Бог творит все новое, Он меняет тебя и дает тебе новое имя. И ты идешь и приносишь много прекрасного, благословенного плода. И последнее. Почему необходимо служителям молиться за тобой? Потому что, возможно, сегодня Бог века сего дьявол, который ослепил твои глаза, и ты не видишь Господа, который одеснует тебя, и ты кричишь, подобно как та женщина в пустыне. Когда отрок умирал, она кричала: «Помоги! Помоги!» И так дальше кричала, но она не видела, что в двух шагах от нее открытая ямина, и там уже есть вода. Поэтому сегодня, возможно, Бог и века сего, который ослепил наши глаза, мы видим проблемы, мы видим ужасы, какая-то чешуя пристала к нашим глазам. Возможно, мы что-то смотрели не то, что нужно, где-то были в том не том месте, на территории дьявола, и Бог, и, знаете, века сего Он ослепил наши умы, наши глаза, и мы не видим выхода, мы не видим что-либо другое. Но у Бога всегда есть люди. Про Анани вы найдете только один раз в Библии. Больше ничего о нем не сказано. И Господь ему сказал: слушай, я знаю Анани, ты живешь там. Вот тебе мой совет. Приди, иди на улицу прямую. Найдешь этот дом. Войди в этот дом и возложи руки. И скажи: брат Савл, прозри. Прозри. Вы знаете, как только он пришел и совершил это дело, вы знаете, он как бы чешуя упала, и он увидел свет. Он увидел Господа. Он увидел снова новую жизнь, победы, освобождение, исцеление. И принес много плода. И стал новым человеком. Уже не Савл, а Павел. И притом апостол. Поэтому сегодня, я это говорю от Духа Божьего, сегодня кто-то на тебя возложит руки, и эта чешуя, она слетит, и ты прозришь, и ты увидишь Божью дорогу, ты увидишь определенное время дней, которые Бог даровал тебе, и оно будет сочно, плодоносно. И то, что ты пропалил, как, вы знаете, великий Самсон, пропалил это время, нужно было учить молодежь, передать помазание, закон, силу. Вы знаете, он прокулил это время, но пришло время, когда он сказал: Господь, а теперь, отомсти за моих два глаза. И вы знаете, в моей Библии написано, и не было в жизни Самсона, когда Бог совершил последний день, Бог coverage, Бог покрыл всю его жизнь. Он много сделал великих подвигов. Он много убил своих врагов. Но последний день его жизни Бог сделал в три раза больше. И посему он вошел как великий герой. Аминь. Поэтому неважно, если ты даже пропалил это время, или эту жизнь, или это время, которое Бог тебе намерил. Я просто знаю, что сегодня почему-то особенно нежно-нежно Дух Святой стучит в твое сердце. Я хочу восстановить тебя. Я хочу исцелить тебя. Я хочу принести благословение. Я бы хотел, чтобы кто-то из музыкантов вышел сюда. Если даже можно группа прославления, пусть выйдет сюда. И мы сейчас пойдем к молитве. И я приглашаю сейчас людей тех, кто хочет. Господь, просто сейчас коснись моего сердца. Боже, я нуждаюсь в тебе. Господь, я не сижу. Ты просто проговорил моему сердцу. И я знаю, Господь, что в какой-то область моей жизни, какая-то область, она связана. Она связана, Господь. Но ты дал время церкви развязывать и выпускать измученных на свободу. И поэтому Иисус сказал, что вы разрешите, то есть развяжете, будет развязано. Что вы свяжете, будет связано. Эту власть Господь дал церкви, служителям. И поэтому на этом месте я знаю, что есть Дух Святой. Аллилуйя. Это слово, которое Бог подарил, это год юбилейный. Для тебя сегодня год юбилейный и время Божьей амнистии. Ты это не заработал. Ну, потому что Бог сегодня такой милостивый к нам, потому что Его присутствие так близко. Давайте встанем на наши ноги. И во время молитвы я обращаюсь к тем людям, которые бы хотели, чтобы за них помолились служители. Чтобы эта чешуя, которая просто ослепляет тебя, и ты не видишь Господа. Если ты бы видел Господа, ты никогда это не сделал. Ты бы не пошел на компромисс, ты бы ничего не сделал. Ну, чешуя на глазах, и ты не видишь Господа. Все нормально, хорошо, ты видишь друзей, ты видишь что-то другое. Но вот Господа ты не видишь. Почему? Потому что чешуя на твоих глазах. И нужна Анания. Нужен человек Божий, который возложит на тебя руки, помолится, и она уйдет, чешуя. И ты снова прозришь. И Бог говорит: прозри, брат, прозри, сестра. Бог явился тебе на пути сегодня. Это твое время. Это время Господне благопотребное. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Господу! Слава Господу! Я знаю, что Дух Святой на этом месте. Поэтому я сейчас обращаюсь к братьям, сестрам, к молодежи. Doesn't matter who you. Кто ты, неважно. Но я знаю, что Дух Святой дал это слово. И сейчас просто нуждается в тебе. Аллилуйя! Даже больше ты нуждаешься в нем.
Но вы знаете, для рукопожатия нужно две руки. Он стоит, он ожидает тебя. Поэтому, пожалуйста, как можно быстрее, можешь выйти сюда наперед, чтобы мы сейчас помолились, чтобы Господь снял всякую пелену с твоих глаз, чтобы Господь тебя просто помазал, чтобы Бог тебя восстановил, чтобы ты видел Господа. Аллилуйя, 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 Господь. Ты благословен. Давайте будем молиться. Господь, мы благодарим Тебя. Мы просто знаем, что Ты прекрасный, великий, Господь. Это время, которое Ты, Господь, это вечер. Мы просто знаем, это вечер Твоих перемен. Это Ты пришел сюда, Господь, потому что мы в этом мире находимся. Господь, у кого-то дух, я знаю, Господь Божий, скорченный. Господь, кто-то взял на себя много недоносимого бремя, Господь, и просто стенает, Господь Божий. И человеком тяжело, но поэтому сегодня есть Дух Святой, который скажет: дочь Хаваотчу. И если тебя сковал кто-то или что-то, Бог выпускает тебя на свободу. Аллилуйя! Возови Господу! У Бога есть ответ, у Бога есть перемена для тебя. Аллилуйя! Он приходя не сгонят вон. Он прекрасный Бог. Аллилуйя. Он сар Салима. Кламене гум каундур. Лабири бири гот шандала вири глоре фантер маундур. Кебери глаудум. Аллилуйя. Дух Святого Бога. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Боже, прости, что мы что-то позволили, Господь. И дьявол что-то украл. В чем ты нас связал, Господь. Раньше мы молились. О, раньше мы поднимали к тебе руки, Господь. О, раньше мы исполнились духом, Господь Божий. Но в чем-то мы себя связали. В чем-то мы себя ограничили. Сказали: нет, не будет. О, так не надо. О, Господь. И мы связали. И потому, Господь, мы мучимся. Мы стена. Аллоотчи, но я знаю, что ты сегодня выпускаешь на свободу. Аллоотчи, Аллоотчи, Господь Божий. И там, где мы сказали своими устами, мы должны освободить эту силу. Мы должны развязать себя, Господь. Аллилуйя. И мы это будем делать с радостью у трона, у алтаря твоего. Аллилуйя. Благодарим, благодарим, благодарим. Благодарим тебя, благодарим тебя. Благословляем, благословляем великого Господа. Благословляем, Господь. Отец, там, где мы дали тебе обещание, сказали: Господь, я буду делать тебе. И я буду делать. Мы связали себя словами уст. Господи, пришло время. И экономическая, Господь Божий, нестабильности. Господь, Аллоотчи, и мы связали себя, и поэтому не можем исполняться духом. Нас дьявол обвиняет, нас дьявол держит. И я знаю, что для таких людей нужна молитва священников, молитва власти, Аллоотчи, молитва власти. Поэтому, Господь, я прошу Тебя, Дух Святой, Манхаймен Годалабаунда, о, прикоснись к этим людям прямо сейчас, прямо сейчас, прямо сейчас. О, Дух Святой, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.